Всем привет. Какой у меня жуткий голос. Привет. Привет. Решила зайти. Короче, опаздываю, как всегда. Вот я всегда опаздываю. Всегда опаздываю. Так нельзя. Решила попить кофе, и что-то мое кофе затянулось, но очень долго. Все, в Москве нужно вытягивать волосы. Чья ванная комната? Странный вопрос. Бомба. Как будто фингал. У меня есть фингал. Значит, так долго проходит. Все, позвоню Карине и спрошу, когда он пройдет. Я сказала, что даже как будто у меня припухшее что-то. Да, у меня фингал. И когда я там лицо колола неделю назад, он неделю уже держится, хотя меня Леша там чем-то мазал. Но все равно. Ты в Москве, да. Была в Крыму, была в Крыму, была в Симферополе, была в Ялте. И все, по-моему. Короче, не помню, все где было. Ой, в Феодосии была. Точно, вот. И все где было. Ой, такой появляется. Я вообще, честно, не умею вытягивать волосы. Мне так. Мне все время кажется, что они у меня сейчас отвалятся. Как вы думаете, они отвалятся или нет? Так. Какой фирмы утюг? Так это я достала... Нет, это не съемная квартира, это квартира моей сестры. Так. Когда собираюсь, я сейчас буду делать татуаж губ. Мне сказали, что меня раздует рот. Кто делал татуаж губ? Расскажите мне. Раздувает ли рот после этого? Утюг фирмы. Знаете, это утюг вообще с водичкой идет. Так, а как включать здесь пар? Здесь как-то он включается еще. А, это хер знает, какая фирма. Ну, он с паром. Сестра сказала, что он волосы жгет. Пипец, я все не включала. Собирайте жить в Минске, мы собираемся в Минске что-нибудь открывать. Вот. Закралась такая идея у меня. А, ну, конечно же, там свои сложности у вас. Почему уехала с Минска? Потому что у меня была запись. Я уже 3 недели записывалась на губы. У меня по семейным обстоятельствам здесь дела. Завтра утром встреча. Еще должен был быть зубной, но я, наверное, не осилю. Честно, я приехала вчера из-за того, что у меня была проблема с таксистом, который меня послал на другой таксист, не захотел мой чемодан поднимать. У меня началась такая депрессия, что сегодня я Свете писала, все переноси нафиг, потому что для меня очень тяжело переносить эти пробки. Я поняла, что я от них становлюсь дерганой. Вот сейчас мне ехать 1:20. Я надеюсь, что будет 1:20, а не 3 часа. Все-таки. Я познакомилась с родителями Лёши, да, еще в тот приезд. Думаю, что в этот приезд, когда я приеду, мы тоже поедем. Потому что я маме его обещала, что буду привозить его чаще. Вот. Откуда финик? Ну, мне делали бирюфиксацию и сосуд, видимо, укололи. Вот, поэтому оттуда у меня и фингал. Прирос, кстати, такой. Ну что живете? Что зарабатываем, на то и живем. Вот я такси мне только в день выходит. 3000 минимум. Вот сейчас мне ехать до места 1200. Чтобы вы понимали. 1200. Так я же постоянно. В одну сторону. Если я еще вот... Мы потом собираемся с Машей встретиться по центру. Это еще рублей 600. Ну если только не рядом.
и обратно. На обратно вечером, ладно, там можно доехать. 800. Куда собираешься? На метро попробуй. Ну, во-первых, я живу в Подмосковье, здесь нет метро. Если бы было метро здесь, как в Минске, то можно было бы ездить. Здесь слишком много людей. Мне казалось, что паника начинается. Я поняла, что я социопат. Я не очень люблю, поэтому людные места. Хотя по мне, да, и не скажешь. Вроде бы желаемый пройти, но пройти, видите, нас все-таки как ни крути, наоборот, мало людей, поэтому мне было, видимо, комфортно. То 70 рост, вес у меня 50 килограмм. Видите, нарастили прям белые-белые волосики. А вот корни-то темные-темные у меня. Надо красить. А нельзя в светлое, так хочется. Так красиво. Топсе была, давно не была. И он. Мэричка моя пупочечка пишет мне. Говорю, выходи, выходи, я соскучилась, надо скорее увидеться. Страняшка. Ой, ну так 18 часов съемка, пойдем со мной. Так, пойду с Мэри, походу. Как определять, в каком городе кастинг? Без понятия, у меня такие вопросы, спрашивайте. Ой, Слав, там Адам что, страдальческие песни слушает? Что, дальше? Адам, не плачь. Нет. Я дай, но терпеть не могу. Почему? Мне нравится тоже она. Слав, там холодно? Нет, там жара. Жара. Так, вот сейчас будет самое... Подпухшее? Нет, я вообще не опухшая. Не знаю. Это вам так хочется, видимо, чтобы я была подпухшая. Она тяжелая. Какая? Какая, Слав? А я хотела показать, снять сейчас это... Попробуйте. Попробуйте ее загнать. С Москвы? Ну да, такие вещи. Привет, привет. Ой, блин, как жарко, сейчас сдохну с этим утюжком. Слав! Как вытянуть эти волосики? Я боюсь, что у меня отвалится. Я не могу сама себя вытягивать. Я говорю, боюсь, что у меня эти волосики отвалятся. Ну, это был рост он такой. А? Я на одну маленькую включила. Ну, поэтому ничего не вытягивать. Да вытянул, ты что, у меня прям кучерявые тут были. Так отвалятся воля волосики мои. Опять в твоих волосах, не знаю, что чисто вообще. Ну, потому что... Потому что у меня отваливаются волосы. Нет, я понимаю, я что... Моей стороне материться вам показалось. Вот на эту сделай просто, не на самую последнюю. Ну, часа последний сделал, покажу, а нет, у меня последняя ногти красивые. Я хочу длинные ногти уже все. Вот это. Вот да, я курю и ругаюсь. Слава, так отвалится мои волосики, сама сказала, что они ждет. Ну так ты свои не гладь. Так мне надо свои тоже. Ты боишься. А что бояться-то? Они что у меня, что у тебя отвалится? Ну как разницы нет. Блин, Жень, у нас в прямом эфире как-то они грудь уменьшают. Да. Ну, нормально, я тоже хочу операцию делать в прямом эфире. Чтоб не боялись девочки. Но я ему, Таня, отговариваю, говорить ее, не надо ей делать троечку. У меня сейчас тройка. Куда она? Я ей говорю, ты купни меня, куда тебе тройка? Что мне не вытягивается, случается? Представляете, она просто больше меня, как бы, куда ей троечка? Мне маленькая сейчас троечка. Что-то вообще за расческа беспонтовая. Ну, как бы сейчас такое вытягивает. Чего ну блядь, нет. Понимаешь, что надо вот эти выцелить? Вот ты видишь, они просто отвалятся с твоих рук. Ты протянула, они просто падают. Но они сами по себе падают так же.
У тебя такие ресницы шикарные. Прям бомба. Знаешь, лист твои за пятерку не намного отличаются, к сожалению. Блин, да. Ну, растила ресницы, короче, опять косарики. Мы-то хоть отвалились. Вообще нет, ну не у мусульбек большая грудь, кое-что. Ну, как бы понятно, что надо, но на два размера меньше. Нет, у нее размер шестой, девочки. Ну, ей тяжело ходить, я понимаю. Ну, четверочка. Я буду делать четверку. Да, я занимаюсь спортом, конечно, прямо сейчас. Адам! Давай, зайди под песню в эфир, пожалуйста. Сейчас Адам зайдет в эфир. Ну, включи, включи, включи. Берет ее быстрее. Погода, да? Опять? Ну, хорошо, в коротке волосы. Да, но мне болели уже, я знаю, что вторая вообще. Я тебе дома все. Дома все, тебе вообще, да, волосы? Это волосы, которые мне прям жалко. Мне когда, делала уже. Когда волосы, поняла, прям жмут у тебя вот так вот. Я еще переживала за мой чужок херня. Тебя до этого кто вытягивал? Да никто вытягивал, Слав мне волосы спалил, этот хер собачий. Лиза, ну вообще. Который наращивал? Нет. Который меня перекрасил. Который меня сделал блондинкой, а потом сделал меня брюнеткой, а потом еще раз за блондинкой. Это кто с вами? А я вам не скажу, кто это с нами. Тебе надо обстричь их просто. А может, не Гагарина? Обстрижешь сейчас. Полина Гагарина. Обстрижешь сейчас? Да. Под горшок вот так. Мне кажется, у Гагарина тоже все отвалилось, и бедолаги. Хороший такой тип. Стилист. Ты тип. Типелла. Хороший тип ищет хорошую... Типицу. Типицу. Хорошую типицу. Где Лёша? Лёша только что был в эфире. Зайдите, посмотрите, если он еще не в эфире. Что, я не знаю, смотри, что с ними. Почему они так, как это? Потому что они ВБР там. Как меня вытягивают? Они, знаешь, как меня вытягивали там? Ну там жесть, они по 100 раз проводят. Ну тогда надо сильнее включить, Лиз. Что тебе могу сказать? Включи надо на максимум. И волосы отвалятся? Ну они так отваливаются. Чувствую. Как они так делают, что вообще они не торчат? А почему здесь торчат? Вот это что за волна? И вот они специально... Помощь надо, наверное. Я свою жирную бошку. Специальные средства, потому что надо побрызгать. Почему ты не покупаешь? У меня вон все специальные средства есть. Меня нужно зарять опять на... У меня есть, что, обалдел? Вон у меня мои американские штучки. Какие? Ну ты что, их не использовал?